Сегодня хочу поделиться самым простым рецептом по заготовке рожки. Без варки, просто сахаром и пересыпаем. Это одна из самых полезных ягод, особенно на севере, что называют болотный янтарь. Ну, сначала понадобится банка, я ее помыл. И надо протереть ее изнутри. Но пастеризовать ее не надо. Никогда не пастеризовал, и хранится ягода в таком, как я сейчас покажу, по несколько лет. Года три, как минимум, хранилась она. Потому что мы, бывает, много соберешь, и куда ее? Банки ее. Пересыпешь в банках ее сахаром, и на балконе стоит она очень долго. Особенно когда, 30 литров, куда ее? Не съешь же за год. Вот, в следующем году опять собираешь ягоду. Сорву ее тогда, когда она спокойно ходит от чаши листиков. Вот, я буду потихонечку. Сначала на дно насыпем сахар. Самое главное, чтобы сахар сверху был плотный, чтобы не было воздуха. Ну и на дно обязательно. Так, на дно насыпем. Две ложки. Одна для сахара, другая для ягоды. Я смотрел несколько рецептов. Там зачем-то ягоду моют. Странно, она же из леса. Ее мыть не надо, как и малину. Единственное, что вот я буду перебирать ее, точнее не то, что перебирать, просматривать, парясь ли какие-нибудь мошки или листики. Вот, допустим, вот что-то черненькое. Вот, допустим, чашелистик один. Ну, вот такой я буду. И вот такие манипуляции. Вот немножко добавил ягоды, первонамерно ее мастим и добавим еще сахара. Немножко надо потрясти, чтобы вся ягода она была в сахаре. Это обязательно. Тогда она не забродит. Некоторые говорят, что это очень капризная ягода. Ну, не знаю, если делать правильно все, то она не будет капризничать, как говорят. Ну и дальше. Таким способом продолжаем. Вот такую ягоду я, конечно, не буду туда помещать. Мусор. Под видео будет описание всех основных свойств этой ягоды. Пользу, витамины. Обязательно ознакомьтесь. Так, опять. Это ягоду. Так, смотрим. Лишнего ничего нету. Все, теперь с сахаром. Немножко можно ее еще потрясти. Но это делал тряс я именно со дна. Чтобы там она перемешалась. Не знаю, как. Короче, немножко еще добавим сахара. Сахара не обязательно много. Тут самое главное, чтобы, как я говорил, каждая ягода была в сахаре. Некоторые делают просто. Берут, засыпают даже 3-литровую банку ягоды и сверху сахар. И все. Вот смотрите. Все. Там все равно, по-любому, она пустит сок, и сахар будет везде. Это на первых порах, чтобы оно не забродило. Ну, она, ягода. Это все-таки у меня не варенье. Кстати, будет второе видео, я буду делать варенье. Попробую варенье, вот я буду хлебопечки делать первый раз. Поэтому, мне кажется, это будет интересно. Опять. Сахаром. При этом она не теряет своих свойств. Вот, что полезно. Ягода, которую мы не варим. Можно ее заморозить, но когда ее замораживаешь, она потом какая-то получается непривлекательного вида после разморозки. Итак, все. Мне кажется, я даже сахара переборщил.
Вот. Банка одна практически готова. Но так как у меня эта ягода стояла где-то 4 дня в холодильнике. Она дала много сока. Я буду сок, сироп собирать и немножко добавлять. Ну, распределять по банкам. У меня сироп тоже необходим. Так, сейчас я еще немножко добавлю. Потому что когда будет уменьшаться ягода здесь, будет много сиропа. Можно потом, конечно, его сделать из него типа морса. Так, опять грязная ягода попалась. Не грязная, уже какая-то старая. Не, просто народ интересовался, как я храню морожку. Так, я собираю ее довольно много. В этом году я не успел. Ну, я еще соберу, конечно. Вот. Вот показываю. Вот таким способ, такой способ хранения. Вот самое главное, чтобы здесь не было и подал воздух. Сахар – это естественный консервант. Все. Баночка готова. Полезного продукта. Она скоро будет вся прозрачная. Сахар растает, превратится в сироп. И можно ее пить, добавлять в компоты. А я приступаю. Кстати, вот сироп. Очень вкусный. Хотя здесь он еще кисловат. Так, ну, я уже беру вторую банку. На чистое, помытое. Так, я говорю, не надо его, их пастеризовать. Так как с ягодой ничего не случится, если при правильном заготовке, при правильном. Все будет отлично. По крайней мере, у меня никогда она не бродила. Люди рассказывают, что бродит там у кого-то, не знаю. Видимо, они неправильно ее приготавливают. Все, воды здесь нет. Опять сахар на дно. Так, следующее видео не пропустите. Там я буду варить хлебопечки. Буду делать это первый раз, обычно говорим на плите. Ба, кисленько. Но решил поэкспериментировать. Хотя она, на мой взгляд, морожка варенье самая вкусная. У нас еще к тому же есть такой праздник. Встречает восход солнца после полярной ночи. Народ там собирается и приносит с собой морожка варенье. Там, так как оно все варьизирует солнце, там пьют чай с малиновым вареньем, с морожком вареньем. И встречает солнце. Первый луч, так сказать. Придумал это Александр. Забыл какую фамилию. Эта фамилия сложноватая, он уже умер. А традиция осталась. Вот показываю, как я опять это делаю. О, тут хоть банка без этикетки. Вот тут каждая ягодка, она в сахаре. Можно и без слои делать более тонкие слои. Морожки там несколько ложек сахара. Это на любителя. Будет слишком сладко. Так. О! У меня еще осталась брусника прошлого года. Она уже там немножко забродила. Я посмотрю, что с ней сделать. Или она у меня тоже в сахаре. Или сделать варенье, попробовать, что будет. Или вино. В таком случае покажу. Сделаю видео отдельное. У меня-то канал посвящен всем таким походам в лес. С этим рецептом из леса. Там варенье шишек, морожка. А то, что там всякие распаковки делают, это так. Ну, в основном там у меня распаковки там тоже. Всякие походные, велосипедные. Так что, когда меня критикуют, я не блогер, я просто показываю красоту нашей природы, к примеру. То, что у нас есть.
что нельзя меня называть каким-то классическим блогером, что у меня и дикция, и прочее. Это уже 10-е, так сказать. Потому что я за политику не говорю. Вот. Все. Так, вторая баночка. Скорее всего, когда я буду обрабатывать это видео, я буду снимать другое про варенье. Я делаю варенье. Вот ягодка, она немножко заплесневела. Вот, так что долго особо тоже нельзя вставлять морожку. Ну, сколько она хранится, стояла у меня. Принес я ее в среду, кажется. Да, в среды. И вот почти неделю. Сиропчика сюда нальем. С ягодой. Все. Так, все, сюда хватит. Сейчас сахарку. И вторая банка будет готова. Сейчас я, кстати... Вот это прошлогодняя морожка. Может, даже не прошлогодняя, может, даже несколько лет. Сейчас ее открою. Как она тут уже застоялась, так что не открыть. Сейчас я... Есть такое приспособление специально. Сейчас я с помощью его открою. Вот такая штука у меня есть. Сейчас я... Так, о! Судя по всему, она там давно уже стоит. Кстати, пахнет очень хорошо. Сейчас попробую на вкус. Кстати, вообще сохранилось замечательно. Так что рекомендую запасаться именно таким способом. Кстати, она немножко потеряла, сказать, внешний вид, но сохранность у нее осталась. То есть вкус, запах, я думаю, витамины. Сохранится очень давно уже. Это Тельсинский. Очень старый запас. Положу в холодильник, как я открыл. Будем ее кушать. Там у меня еще одна банка. У меня две банки старых запасов. Надо их доесть. А эти уже на балконе будут ждать своего часа. Возможно, и не один год. Так. Все. Закупорим вторую банку. Банки у меня разного калибра, поэтому даже не считаю, сколько получилось. Ягоды, ну, банки тут маленькая, большая. Такая. Многие рекомендуют именно питаться тем, что растет в их регионе. Пусть у мурманчанам лучше собирать наши ягоды. Бруснику, морожку. Там содержит именно витамины для жителей тех, этого региона нашего. Ну, ладно. На этом я прощаюсь. Я уже дальше не вижу смысла снимать продолжение. Вот. Шел выкладывать и делать варенье. Надеюсь, видео понравилось. Хоть я такой косноязычный, но смысл я донес. То, что морожку легко хранится. Она не капризниками многие называют. При таком виде хранения сохраняет все витамины. Ну, а варенье можно делать так, для разнообразия. Пушкин еще любил морожку, я помню, ему приносили ее, когда он болел. Вот такая наша ягода. Всем спасибо за просмотр. Увидимся.